В 2019 году Олег Петренко выиграл свой Кубок мира среди профессионалов и попал в топ-8 категории 95 килограммов. Но его оппоненту Раймонсу Антоновичусу для того, чтобы побороться с Олегом, нужно было пройти отборочный поединок с канадским атлетом Фоксом. Он выиграл, и в ходе жеребьевки судьба распорядилась, что в первом этапе он будет бороться с Олегом. Ну что ж, Раймонд, нужно тебе хорошо готовиться, ибо Олег настоящий боец. Это парень, которого воспитывал сам Андрей Пушкарь. Что же делает в зале Раймонд Антоновичус? Давайте мы заглянем и оценим, насколько он сможет бороться с нашим Олегом. Интересно было узнать мнение Раймонса о его выступлении на Золотом туре в 2019 году. Вот что он нам сказал. Тяжело мне было. Было так, что я стартовал после травмы. И поединки были достаточно сложные. Но с одной стороны, но с другой стороны, и жеребьевка у меня была хорошая. Значит, первый поединок получилось так, что я проиграл Макееву Алану достаточно легко. И он попал в ту точку, которую я не смог сопротивляться и, в принципе, легко проиграл. Потом был поединок с одним спортсменом, то ли из Индии, то ли из Пакистана, я не помню. Там я выиграл. Потом был принципиальный такой поединок с Райаном Боуэном. Потому что он говорил, что он будет топ-8, но я ему перешел дорогу, и принципиально я его должен был победить, и я его выиграл. Потом был поединок с тем же нашим Джо Фоксом, и скажу, это было очень легко на злоты. Потом я встретился с Давидом Дадикяном. Конечно, опять же, он ту же точку меня снес, куда и Макеев, и я проиграл достаточно легко. И последний поединок, это уже было за 5-6 место. Я боролся с украинским спортсменом Николой Реницей, по-моему. И я его выиграл, там уже не было так принципиально, но бой тоже был достаточно сложный. И что мне понравилось, что он достаточно хорошо отборолся с Олегом Петренко. Ну, такой для него казалось, что достойный бой. И, значит, закончил я свой золотой тур на 5-м месте. Нам было очень интересно мнение его о поединке с Джозефом Фоксом на отборочном турнире в Киеве в 2020 году. С Джозефом я встретился примерно 2 месяца после золотой тура, и пришлось перебороться, значит, чтобы попасть в топ-8. Я готовился, и не скажу, что я там пиковую форму набрал, но в первом поединке он меня сильно удивил. Он поднабрал и дал мне чуть-чуть повод собраться. После первого поединка я уже помаленьку начал контролировать, и течение остальных 5 раундов, в принципе, можно сказать, я выиграл его уверенно. Говоря о топ-8, нас прежде всего интересует, готовится ли Раймонд к поединку с Олегом. Поединку с Олегом Петренко я готовлюсь уже больше года. Тренировки у меня проходят 4 раза в неделю.
отношусь к тренировкам очень серьезно. Готовлюсь очень серьезно. Учитывая то, что Раймондс не встречался с Петренко на Золотом туре 2019, было бы интересно узнать его мнение по поводу того, как он будет с ним бороться. Да, он молодой, амбициозный, сильный. Что остается у меня? Опыт, долголетие, знание армрестлинга и хорошая школа армрестлинга в Латвии. Подготовка и тренировки. Конечно, тактика и хитрость. Выступая в топ-8, каждый спортсмен имеет свое мнение о формате. Мне система по правде нравится, потому что отбор абсолютно понятен. Каждый может попасть на топ-8, кто желает отобраться, участвуя в золотой туре. Во-вторых, сам топ-8 система очень хорошая для спортсмена. Это 3 соревнования в норме, в нормальном случае в году, несмотря на нашу ситуацию с ковидом. И возможно, значит, подготовиться, отдохнуть, подлечиться и опять готовиться. И плюс то, что между соперниками получается жеребьевка. Вот это самое честное. Жеребьевка публичная и честная. Просто супер. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и обязательно нажмите колокольчик. Если кто-то из вас хочет поддержать наш канал, вы всегда это можете сделать в описании по ссылке в нашем Патреоне. Помните о том, что профессиональная лига армрестлинга – это самый высший эшелон спортивного мастерства. Это не только спортсмены уровня чемпионов мира и Европы, а еще сама организация, которая помогает большие средства для того, чтобы вы могли видеть качественные и хорошие поединки. До встречи, дорогие друзья, в следующих наших выпусках.